Праздник закончился дождем. Thank you.
Вадим наводит порядок. И бассейн сейчас почистим до конца, и будем набирать воду. Продолжаем заливать площадку до конца. А следующий этап – заливка крыльца. Ступенек для входа в баню. Вот уже Вадим приготовил чистый бассейн, начал его заполнять, как рабочим потребовался шланг с водой. Ну-ка, какая водичка у нас тут? Ой, холодная. Наполняю бассейн всю ночь. Пойдем посмотрим, что там набралось за ночь. Соня, ты со мной? Походим. Ой, какой туман. Пойдем. Красота. Осталось еще чуть-чуть. Еще немного. Пошла. Сюда. Надо набрать до уровня форсунок. Форсунки пока заливать не будем. Оборудование еще не подключили.
Домой загонять не надо, сама бежит.